Добрый вечер. Сегодня у нас наш постоянный гость Андрей. Андрей, расскажите, что у вас произошло за это время? Ну, за это время произошло то, что сейчас записываю свою песню впервые вот так вот. И как бы хочу продолжить это дальше, записывать свои песни и потом представлять их уже. Насколько я помню, вы у нас поете кавера, да, обычно? А теперь вы хотите представить свою уже песню, да? Свою сегодня я не представлю, потому что моя только еще аранжировка только готова. Вот. А сегодня я спою «Сны», это кавер тоже на Агату Кристи, и «Гриф Стервятник» из фильма «Золото Маккены», это Ободзинский. Это интересно. Скажите, как давно вы занимаетесь творчеством? Чем вы занимаетесь по жизни? Ну, вообще, в детстве я еще рисовал вот таким маленьким, когда был музыкой петь. Вернее, я еще даже не знал, как петь. Я начал петь лет в 5, наверное. Вот. А с преподавателем заниматься стал конкретно с 2006 года, но... Как бы я много преподавателей поменял, и вот когда поступил в Шолоховский институт, тогда уже как бы все началось именно правильно, пение. Вы очень интересный творческий человек. Я смотрю, у вас даже изменения во внешности. Расскажите, Андрей. Ну, я все время разный, люблю быть разным. Поэтому я никогда не зациклюсь на чем-то одном. То есть вы постоянно меняетесь, правильно? Да, это однообразие. Это здорово, правда. Очень интересно, да, у вас новый образ. Андрей, скажите, пожалуйста, в какой раз вы у нас уже с нами? Вот честно, уже не знаю, по-моему, или 7-й, или какой-то, я не знаю. Как сегодня обстановка? Как вы себя ощущаете? Здесь я впервые, вот именно в этом здании. Но мне здесь понравилось. Как бы уютно так все сделано. Ну тогда мы желаем вам хорошего вечера, хорошего выступления. Что бы вы пожелали всем нашим артистам и людям, которые нас смотрят, которые нас слушают? Ведь у нас пришла весна. Ну желаю всем творческих успехов. Удачи на выступление и приходите на твой шанс. Да, мы всех ждем и всех зовем, да? Да. Спасибо вам и хорошего вечера. Спасибо. Пока. Пока.